Кстати, о, тро, ребят, у нас, если закроют Twitch, наш благополучно все. Мы на Трова, Так что держу вас в курсе. У меня э, ник на Трова Генсуха 192. Мой получено Ну, я, скорее всего, там поменяю. Там уже очень много у кого сп... Там у Акулища. Сп... У Парадевича, кстати, не взяли. Минус партнерка на Твиче. Как то Я же там не стримлю. Просто подписывайтесь на такую соцсеть. Как в Инстаграме, в ТикТоке. В ТикТоке тоже можно стримить. Я же там не стримлю. Правильно, правильно. Что? Я не стримлю. Не, теперь не Твичеры, а Троверы. Да, Троверы. Тро-тро-трова. Вообще такое слово какое-то балбесное. Ни о чемное. Мне такое не нравится. Ну, короче, да. А, я, кстати, Макривского обогнала под подписком. Лох! Какой же ты, лошара? Бот. Сейчас я посмотрю. Здорово, генсуха. Ага. Сколько у меня подписок? Как можно вообще чекнуть? Генсуха, стоит, не в сети. Эй, чат надо закрыть. Блять! Свернусь. <с> на всякий случай. Отслеживать ноль. Это как? А вот, 4-2 тысячи. Вот. Капец, долго грузилась. Так, а я там зафаловлена на много кого отслеживаем Сейчас надо на Макривского зайти. Сколько у него там подписчиков? Так, сейчас на ложка пирожка посмотрим. 3,9. <соединяющие> <соединяющие> лошара! Лашара. Он еще, знаете, он пытался пиариться в моем чате, в моем чате на Трова, блядь, и кидал свою ссылку, и даже в этом случае у него не получилось спиздить аудиторию. Вы представляете? Блять, такой сука, шнырь. Не, вы на него зафоловьте, мне не сложно. Мне вообще не жалко, мне не трудно. Ну, короче, да, если что. Но, но могут по голове нормально так-то осадить, если мы там начнем стримить. Поэтому мы не стримим на Трова. Вот. И я партнер Твича, я очень люблю эту э, площадку и буду только на Твиче стримить. Потому что я помню, мне по шапке так нормально дали, когда я этот... Э, когда на ГГ стримила, о, -о, -о э, мне прям выговор реально дали. Она не видит? Что? Ребят, я, начинающий стример, подписываемся. Вот это я должна увидеть. Ой, Что? Интересно, сколько у меня подписчиков добавилось? Блять, не добавилось, хуя, А, я ссылку не спамила. Короче, если что, если Twitch блокнут в этом в Российской Федерации. Вот, у меня, пожалуйста, есть моя тоже Тро. Трова, ченел. Блять, на трова, нахуй. ну буду подрубать здесь, если уж все будет потеряно? Наташа в субботу в 15 занята. Для тебя свободно, Ром. Для твоих шоу свободно. Для твоих стримов я, в, стримов я всегда свободна. Представляете? Блять, меня Рома нахуй должен боготворить. Я... Понимаете? А подожди, это какое число? Похуй. А, понимаете? Я... Я все отменяю ради его шоу. Ради того, чтобы пойти к нему на стрим. Вот даже последнее. Последнее. Меня позвали на, на стенку или куда На пушку. Короче, куда-то из этого. Пушку отменили? А, блядь, да? <с> не добрали людей, видимо. Я не пошла. Короче, там пушку, либо стенку. Короче, меня туда позвали. Я говорю, нет, извините, я занята. Типа, я иду кроме на стрим. Ок. Очень жаль. Все, видишь, Ром, нахуй. Вот так вот. Скажи мне спасибо. Ты, что ли, блядь, пушку отменил? Алло, вот. Бух. <с> Если кто-то подпишется, Амину завтра собьет КамАЗ осуждаю, блядь. нашел тебе повод слиться, да, 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 да. этот. чего хотел сказать? А -а -а, забыла, блядь. что-то про Трова, про Рому, Сейчас, про Рому что-то. Рома а, -а, а, знаете, вот у вас есть друзья, да, я надеюсь, очень хорошие, преданные, знаете, в любую секунду, минуту вас поддержат, приедут, напишут. А вот э -э, иметь в друзьях таких, как Рому, я считаю, вообще не стоит. Знаете почему? Потому что он, нахуй, никогда не приедет! Никогда, блядь, не напишет! Но зато напишет: знаешь, Наташа, а ты в субботу свободна в 15, нахуй! Вот такой вот Рома-друг. Вот такой. Вы вот, знаете, у меня все, нахуй, разоблачения, все на него есть. Пишите мне в личку. Я разоблачаю. Оплачу этого сына, как бы, домовенка, я его солью с потрохами нахуй. Потому что он друг просто никчемный. Я сколько раз ему писала, сколько раз его звала, сколько раз э, там э, говорила: го-гу гулять там, го пойдем куда-нибудь, го туда сходим. Он говорил: нет, я болею, у меня проблемы, у меня дела. Я не могу, я в Украине, я не могу, не могу, не могу. И постоянно, и вот сколько вот он в России находится, и мы виделись один раз. Пиздец, пиздец. Вот такие и в Украине было. Сколько, думаете, раз виделись Вадя с Ромой? Ноль. Да. Угу. Угу. Занятой, да.